такая сильная сонливость по утрам. Я просыпаюсь все время в одно и то же время. Фтология. Я ложусь спать вечером. Ну, у меня с 6 где-то вечера, да. 11 сонливость сильная наступает, и я ложусь спать, допустим, я ложусь спать в 10, просыпаюсь ровно всегда, и последние несколько дней я просыпаюсь всегда ровно в 12 часов, ровно в 12 ночи, последние пару-тройку дней. Я пытаюсь снова лечь спать, ворочаюсь сильно. Я вчера, кстати, не курил вообще, не пью уже сколько дней, не помню, дня 2-3, наверное. Ну, пиво легкое и вообще никакое. Представляешь? А, слушай. И вот, представляешь, я имел в виду то, что какая-то аристократическая даманесса написала мне что-то там, она из Красноярска или откуда. Она написала у себя в анкете, типа, пошли водку пить. Ну, короче, я толерантно отнесся к ее, хотя я не пью водку. Я как бы спросил ее, а ты только водку, что ли, любишь пить? Ну, как бы вежливо очень, доброжелательно. Но это же жесть. Ну, я вообще не об этом хотел, это просто так вспомнилось, фигня. Пошли пить водку, да, дама. Представляешь, это вырождение, надо, ну, вырождение, это все. Это все. Я живу в последние времена. Все. Вот. Вот если ты родился, мне кажется, это взаимосвязано, то, что ты заходишь в этот квадрат Малевича, заходишь в этот квадрат Малевича, просто, что тебе уведомление пришло там, вы понравились одной девушке, нажимаешь, а она уже себе пишет в анкете, пошли, пойдем пить водку. Ни хрена себе. Это значит, что и у тебя нет девушки. И все песни посвящены тому, какой парень плохой в этом мире. И тому, какие девушки одиноки, потому что парни плохие, как девушка. А, нет. Ну, короче, песни послушай в маршрутке, везде, вся культура, наверное, все про любовь, про дарит розы, цапли ходит, парень при этом плохой, очень плохой, ужасный. А у парня нет девушки, это зашквар. А вся песня, вся культура здесь, она о том, что у парня нет, у девушки нет парня, потому что парень зашквар. Грубо говоря. А на самом деле ты заходишь и там пишет, девушка пишет, пошли пить водку. Охренеть. А ты хочешь создать семью, хочешь отношения. Я там написал что-то про отношения.
А другая, короче, и причем это нормальный сайт, это не какая-то шляпа. Это обычный там вот просто знакомиться, ну просто. Хотя я там ни с кем не познакомился, и там никто ни с кем не познакомился. Не знаю. Ну, я не знаю, может они познакомились там. Короче, мне похер вообще. Это херня полная. Я хотел рказать про сон. Я не смотрю YouTube вообще сейчас почти. Только смотрел, как ну, Иванов этот из психушки видосы записывает. И Хованскому извиняется перед ним. Ну, мне жалко. Короче, неважно, что мне жалко, не жалко кого. Короче, смысл в том, мне приснилось, как Хованский и его девушка, и типа они идут по городу моему, только мой город, он более Детройт-Сити. И лифт на 80-й этаж. Просто, короче, такой вот, как, знаешь, как лестница просто вверх. И на ней лифт прикручен, и все. А здания нет. И перед тем, Ларин предложил мне... перед этим мы зашли в больницу, в поликлинику, и Ларин стал зачем-то хлеб. Ну, во сне Ларин хлеб стал брать из помойки. Может, это будущее событие предрекает нам. И там, короче, какие-то лежали без... Мужик, короче, лежал без... Блин, жутко же рассказ странный. И его кормили, и он был без части тела. Не то, что без рук, без ног, а... Без части туловища, как бы. Его кормили отбросами, чтобы он не сдох. Он лежал, он спал на полу и постоянно страдал, как я понял. Ну, я почувствовал так, что я вот пристался на его месте. И такое все было жуткое. Мой город был, как будто все, настали времена уже, все, капец. Еще там был такой фрагмент. Я шел мимо своей школы, вот где я учился. Но сейчас она превращена в институт. Это было перед тем, как проснуться. Точнее, не перед тем, как проснуться. Короче, шел. И впереди шел какой-то парень, такой типа худощавый. И он почему-то произвел на меня впечатление вот такое же, как я. Он примерно как я, вот типа такой же слабак, типа, ну, типа если гопник нападет, то ничего не сможешь сделать. То есть, и я подумал, ну и такое, знаешь, неприятное ощущение. Я так подумал. Я подумал во сне, что я, типа, если идет гопник, да, ну просто человек здоровый, нормальный от природы, то он видит больного слабака, как я, то он как бы сразу ударить хочет. И он, ну,